Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня хочу вам показать наши цини. Расцвели крупноцветковые, такие большие цини, которые даже называют великанами. Практически все, вот видите, расцвели. Некоторые в скором времени зацветут. Ну и начнем по порядку. Вот это у нас цинния. Лавандовая. Сейчас я вам покажу. Видите, какая большая, такая махровая. Такой замечательный, огромный цветок. Начинают отрастать и боковые веточки, которые также зацветут. Ну и затем весь кустик, он, конечно, будет разрастаться. Немножко они все-таки, вот видите, они разные. Вот это, видите, такой более яркий, насыщенный цвет. Есть, вот видите, такие тоже шикарные. Очень большой цветок. Смотрите. Целая ладонь. Здесь тоже такой прям шикарный. Набитые. Немножко они, видите, разные. Здесь меньше вот этой самой мохнатости, набитости. Но затем, я так думаю, они все равно будут цвести. И новые цветы, возможно, будут именно вот такими вот обалденными. Это высокорослая цинния. Достигает она где-то 1 метра в высоту. То есть будет она еще расти и расти. Дальше у нас идут циннии. Калифорнийские великаны. Цветок здесь, наверное, немножко поменьше. Совсем-совсем чуть-чуть поменьше. Но они, видите, такой сочный, яркий оранжевый цвет у них. Прям шикарный тоже. Просто обалденные цветы. Вот, смотрите, такая махровая, набитая цинния. Красотка. Есть, вот видите, такие вот желтенькие. Только начинает она распускаться. Есть такая вот лимонная. Тоже в дальнейшем она, конечно, будет больше будет цветов. И пошли опять же. Вот это у нас смесь. Калифорнийские великаны. Это смесь. Здесь и такие вот оранжевые, их как-то большинство. И вот и малиновые, и лимонные, и желтые. Очень, конечно, вот эти прям самые красивые. А дальше у нас пошли цинния малиновый звон. Немножко она еще только начинает распускаться, поэтому цветы, видите, поменьше. Такая вот розовенькая. И попалась почему-то, видите, здесь и красненькая. Но тоже достаточно симпатичные. Они еще совсем-совсем только начинают зацветать. Поэтому самые первые вот цвели калифорнийские великаны. Все они, эти цинии, высотой до 1 метра. Такие вот красотки. Особенно вот это, наверное, самая такая яркая, крупная. Поэтому, конечно, вот эти крупноцветковые цинии — это просто украшение сада. Цветут они до самых заморозков. Можно с них смело собирать свои семена и затем уже сеять. Очень хорошо они всходят. И вот так вот все лето радует глаз. Такие сочные и яркие оттенки. Также вам покажу львиный зев. Только он начинает распускаться. Тоже такие достаточно симпатичные цветочки. Вообще вот он должен достигать где-то высоты около 80-90 сантиметров. Но вот пока вот он такого вот ростика, достаточно небольшого. Я думаю, что в дальнейшем вот по краю нашей клумбы у нас посажен львиный зев. Вместе будет, конечно, это будет очень красиво смотреться. Такие вот
Особенно вот эти цинии и яркое пятно на нашей клумбе. И расцвел также вот такой вот желтый георгинчик. Может быть, смотрится он не очень привилегированно, как-то невзрачненько, но в дальнейшем весь кустик будет усыпан вот такими желтыми цветочками. Поэтому смело сейте цини. Ссылку на видео с семенами, которые были посеяны, с рассадой, все я оставлю ниже в описании. Поэтому, кому интересно, можете посмотреть. Но всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч!